Приветствую вас. Есть такое понятие, как импринт. И я полагаю, что вы сами можете ознакомиться с тем, что это такое в интернете. Я, наверное, даже скажу немножко о том, что речь идет о запечатлении. Тут это именно запечатление. И запечатление, оно происходит, как правило, основываясь на опыте прошлого. То есть, запечатление происходит, как правило, основываясь на том, что было раньше в жизни человека. И исходя из этого, я подозреваю, что мужчина, вероятнее всего, просто вот оказался во власти такого вот импринта, то есть человек увидел вас, человеку вы врезались в память очень сильно, то есть как бы, человек начал испытывать к вам чувства, скорее всего, для него самого даже необъяснимое абсолютно. Вот, то есть я не думаю, что он прямо знает, вот что ему делать с ними, с чувствами своими. Вот. И, в общем-то, он просто идет у этих чувств на поводу, то есть он просто не знает, что с ними делать, и, видимо, у него в жизни нет никакого отвлекающего фактора, который бы мог как-то перенаправить его эмоции, перенаправить его энергию с вас на другое, на другую и так далее. Вот. Я думаю, что игнорирование выбрано здесь неверно, если честно, потому что оно ничего не решает, игнорирование, я имею в виду, ничего не решает абсолютно. Наоборот, игнорирование еще больше приводит мужчину в это состояние неопределенности, такое, то есть, ему может казаться, что раз вы его игнорируете, значит, у него есть какая-то надежда. надежда на будущее. Вот. И мужчина, тут другой мужчина, вряд ли будет отталкивать этого товарища, потому что он такой достаточно упорный, точнее, у него, его, видимо, очень сильно зацепил ваш образ.
Почему я говорю образ, а не вы, потому что, ну, совершенно очевидно, что его интересует именно образ ваш. Это то, что его привлекает. Ну, вы будете читать про импринт, я думаю, поймете, о чем идет речь. Вот. А лучше, чем сейчас. Вот. А гораздо эффективнее было бы поговорить с человеком, то есть как бы, ну, как, знаете, вот, как искренне сказать ему о том, как есть, то есть, ну, просто как есть. То есть, почему вы меня смотрите, у меня создается такое впечатление, что меня преследуют, вот, и так далее. То есть, я думаю, что, ну, что вы вполне себе способны и в силах вот этот момент до человека донести, вот, и тогда бы, возможно, преследование подобного рода прекратилось бы. А так человек от вас обратной связи не получает, и у него, и живет он в мире своих чувств. Вот. А если вас тяготит это, то тут с точки зрения профессиональной психотерапии, опять же, есть момент, связанный с тем, как вы воспринимаете данный аспект. То есть, ну вот, именно аспект такого внимания к своей персоне, со стороны мужчинам. И также вызывает вопрос, почему вы, ну, ведете себя так, то есть, почему вы, во-первых, с ним не поговорили, а во-вторых, почему сейчас, задавая вопрос, вы как бы отстраняете, говорите о себе в третьем лице, как бы. То есть, я понимаю, что, возможно, есть вероятность, правда небольшая, что речь не про вас, а про, ну, про другого мужчину, про другую женщину. Вот. Но я, если честно, сомневаюсь в этом. Думаю, что речь про вас, и в таком случае хочется спросить, почему вы вот как бы отстраняетесь от себя здесь. Это очень важный момент, потому что подобная защитная реакция тоже говорит о наличии неискренности, неаутентичности ваших чувств и того, что вы могли бы выразить по отношению к этому мужчине, по отношению к людям вообще и так далее. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.